Министерство внутренних дел становится мобильнее. В ведомстве активно внедряют систему электронных услуг. О новшествах и популярных интернет-приложениях полицейские рассказали сегодня журналистам. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Если раньше для получения лицензии на ношение охотничьего ружья приходилось пройти как минимум 9 инстанций, то теперь большинство справок можно собрать по одному клику мышки. В электронный формат МВД Чувашии перевело более 30 услуг. На едином портале возможно проверить свои штрафы, оформить удостоверение частного охранника и даже подать заявление в дежурную часть. Последнюю услугу полицейские внедрили не так давно. И пока о ней мало кто знает. В этом году через интернет о правонарушениях сообщили только 7 человек. Данная услуга по приему регистрации заявления сообщения о происшествии, она специфична тем, что большая часть сообщений о преступлении происшествия поступает в органы внутренних дел, в дежурную часть органов внутренних дел по телефонным линиям. Чаще всего через портал государственных услуг обращаются к сотрудникам ГИБДД. Сейчас по удаленному доступу можно записаться на техосмотр и даже оформить заявление на получение прав. Через единый портал государственных муниципальных услуг к нам обратились за услугой более 2500 человек. Это составляет где-то порядка около 2,2% от всех обратившись к нам в регистрационное и экзаменационное подразделение граждан. В полиции отмечают явные плюсы от разработки электронных сервисов. Очереди заметно сократились. Правда, эта система иногда дает сбои. Бывает, гражданин направляет заявку для регистрации на портале госуслуг в Ростелеком, и, соответственно, бывают сбои в самом Ростелекоме, и они, значит, гражданам говорят: извините, пока услуга, значит, не работает, и мы вас не можем зарегистрировать. Вообще, обращаться в МВД за государственной услугой можно не только сидя за компьютером дома, но и просто зайдя в интернет-приложение на сотовом телефоне. Заполненную анкету и отсканированные справки необходимо выслать на электронную почту и только потом прийти за заветным документом. Количество тех, кто обращается к сотрудникам полиции по удаленному доступу, увеличивается с каждым годом. С начала года в МВД через портал госуслуг обратилось более 3000 человек. В перспективе эта цифра может увеличиться в разы. Электронный ресурс набирает популярность. Эксперты прогнозируют, что через 5 лет большинство горожан будет обращаться к полицейским, только заходя в личный кабинет на сайте. Увеличится и количество услуг. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.